В Индонезии разбился пропавший самолет, 8 жертв. Выживший ребенок был госпитализирован в больницу в сознании, но другие подробности о его состоянии не сообщаются. Единственным выжившим в результате крушения легкомоторного самолета в восточной провинции Индонезии Папуа является 12-летний мальчик, 8 человек погибли. Об этом сообщает агентство Associated Press. По словам чиновников, самолет разбился возле аэропорта Аксибил. Выживший ребенок был госпитализирован в больницу. Известно, что он был в сознании, но другие подробности о его состоянии не сообщались. Причина аварии на данный момент неизвестна. В Швейцарии разбился уже третий за неделю самолет. Ранее сообщалось, что в Папуа потеряна связь с легкомоторным самолетом с 9 людьми на борту. Швейцарский самолет Pilot SPC-6 Porter британской авиакомпании Demoniner ориентировочно осуществлял 42-минутный полет из Танамера в районе Бовиндигул, как Сибили, районной столицы Пегунунган-Бинтанг, что граничит с Папуа-Новой Гвинеей. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.